Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Друзья, как я и говорил, что в скором времени вы увидите еще один рейд на моем канале. Я это выполнил, где-то, наверное, за один день все сразу сделал. Да, не торопясь, конечно же, времени на это маловато было, но я выполнил. Давайте завершим полностью. Да, удачи, товарищи. Надеюсь, вы мне в этот раз тоже хорошую базу дали. Я полностью подготовился, но сишки я брать пока что не буду, потому что сишки у меня остались в бункере Альфа и также на почте. Просто дома их больше пока нету. И не очень хочется, чтобы дома они были. Поехали сейчас посмотрим, друзья, что же у нас за база. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что же за базу нам приготовили. А, я немножко тут где-то в попе мира появился. Вай. Сразу скажу, эту базу я посмотрел, но она старенькая, правда. Там рейд у ребят старенький, реально старенький. И очень много сишек. Да, и это та база, которую мне показывали, говорили. Самый лутецкий, вот он здесь и находится, вот за этой стеной. Правда, вот эту вещь надо взрывать. Правда, лучше бы взорвать, наверное, с другой стороны, потому что там уже сразу будут идти ящики. Но здесь полностью все в шипах. Вы посмотрите, полностью в шипах. Также есть лутецкий. Сейчас я немножко пробегусь. Тут на эту базу примерно нужно где-то до 3 сишек. Правда, до 3 сишек. Вот здесь есть лутецкий за этой стенкой. Здесь везде, друзья мои. А что такое было? Здесь везде идут шипы, и здесь везде нужны... Да ёпти мапки, ты ходить-то будешь? Нет. Сишки. Так, маленький, ты чё, дурак, что ли? Ты ходить у меня разучился, а? Я тебе дам сейчас нафиг разучился. Вот надо как-то вот этот шип сломать и взорвать эту стенку. Там, правда, сразу будет у нас идти этот сундук. И надо как-нибудь потихонечку. Экипировка, ресурсы. Нет, не ресурсы, оружие. Где сишка-то, блин? Да, я обновил игру. В скором времени, друзья, мы сходим с вами и... Ёпти-мапти, за место одной я взял две. Ну, ладно, с кем не бывает. Тетери-тери, ты тихо, ты стреляешь-то. Да ладно, один шип плюс 4? Да, бляха-муха, чё мне с управлением-то сегодня? Ты маленький, чё-то хоть... Да иди ты! Да, друзья, я нелепо сейчас сдох. Я не понял, блин, у меня клавиатура. Короче, я не смог убежать от С4. Но здесь, а вот этот рейд бомбический, правда, это самый настоящий бомбический рейд сейчас будет. Жалко, да, теперь я домой не смогу убежать. Все, тю-тю, тролливали, отъехал я уже один разок. Но постараюсь здесь по максимуму унести ресурсов. Я постараюсь, не переживайте. Вы посмотрите, куда ему столько нахер этих сигарет. Самый настоящий лут, это вот в этом сундуке. Давайте забираем, вы посмотрите, что здесь находится. Че, никто не бежит? Слава богу. Все. Я полностью заберу то, что мне сейчас вообще пригодится. Да, дробовик пришлось взять. Это мой дробовик, я здесь нигде его не находил. Не знаю, что-то, блин, случилось. Я не мог отбежать от сишки. И так получилось, что я откис. Да, обидно, что с этого рейда я плохо что вынесу. Но, блин, надо что-то делать. Как-то, блин, проходить эту все-таки выживалочку. А, давайте закинем тогда сюда вот это. Это мой дробовик, сразу говорю. Я его с дому принес. Хотя вы видели, как я прибежал вместе с ним. Но я умер. И мне просто стало так обидно, что я, ну, большую часть я уже не увезу. Так бы я увез еще на 7 вещей домой. Но так у меня получится чуть-чуть поменьше. Ну ладно, ничего страшного, не будем из-за этого бомбить. Ничего плохого от этого нам не стало. Сейчас возьмем по максимуму и все. Вот в этом красном сундуке у нас лежит миниганчик. А, и с миниганчиком там, по-моему, есть ракетница. Давайте я заберу эту вещь. Правда, сейчас пойдет волна. Хотя нет, нихера. Она пойдет следующий. Да ладно, нифига. Смотрите, приготовленный меховая шапочка. Ой, так
Только на кой хер это мне не нужно? Нужно. О, видите? Вот это бомбический. Миниган и ракетница. Это я заберу. Нафиг, мне пофиг, это я заберу. Ой, я сишку-то какого хера снял? Ой, глупое создание, мне же дальше надо взрывать. Я взял сишку, снял. Что-то заговорился, забылся и все, и снял ее нафиг. Вот так вот, давайте тогда ракетницу сюда положим, сишечку. Ничего. Эта база очень офигенная, правда, база просто офигенная. Здесь, а вон, видите, везде шипы. Тихонечко проходим. Тут ничего не будем забирать. Здесь, а... вещь была. Вообще вещь натурально. Взрываем, друзья, сишку. Вы видели, что происходило? Они бегут. Они бегут и падают. Вот здесь, с того... Вай-вай-вай, бежит, бежит, толстак, толстак бежит. Они только-только доходят и сразу погибают, потому что тут база шипована. Сейчас еще одного толстяка ждем. Где-то он должен прибежать, потому что... Ну как так-то? Один толстый, два вот этих токсических должно быть толстяка. А где он? Че так долго бежит? Или нет, или его не будет, или он уже где-то откис. Ладно, фиг с ним. Ну что? Вот здесь есть у нас... Это что такое? А, это клюшка. Нет, подождите. Самый... А, это, блин, этот. Ясно. Ясно, ясно, все ясно. Вот здесь, друзья, вот в этом синем сундуке находится то, что можно было бы забрать. Блин, здесь находится очень много аптечек. Очень много, правда. Здесь не то, что очень много, а очень дофига. Вот в этом сундуке. Давайте, наверное, я его сломаю сейчас. А, хотя у меня еще нормально. Вот, смотрите. Целый сундук. Блин, больших аптек. Я не знаю, куда мне это столько. Это пипец, как очень много. Вот здесь, а? Вот этот. Так, сейчас в скором времени побежит еще одна волна. Вы посмотрите, сколько аптечек здесь. Вы посмотрите. Да, я буду забирать аптечки, потому что они у меня прилично... Что такое? Вай, вон, я же сказал ведь, что он прибежит. Да иди ты, ёб твою мать, что такое-то? Чё у меня сдвиг... А, это волна пришла! А, ёпти-мапти. Еще и уровень поднял. Классно! Друзья, я не ожидал, что эти придурки придут. А что то как-то рановато они приперлись-то, или чё, или вовремя. Ой, подожди, подожди, товарищ, я тебя заберу с собой. Да, долго буду я идти, конечно, до чопера с этим, но... Ой, для вас это секунда, а для меня долгая работа, походка для моего чопера. Все, я унес его на базу, ну ой, на базу, на чопер. Вот, блин, вот что делать, вы посмотрите, здесь просто очень огромное количество аптечек. Просто огромное количество. Я бы еще сломал что-нибудь, правда, сломал бы. Вот здесь есть уголь, вот в этом ящике есть уголь. А здесь, а по-моему, болты, здесь болты, здесь я не помню что. Ну, тут, короче, одно барахло вот в этих сундуках. Если вам надо, можете ломать, конечно же, но мне этого не надо. Вот здесь, за этой стенкой, друзья, если взорвать сишку, да, вы там найдете железо. Правда, я бы сломал бы, ну, я не хочу на это ГГ тратить сейчас С4. Давайте сломаем этот сундук, во, видите? Нормально? По-моему, это вообще восхитительно. Вот это я бы забрал бы, но у меня два топора лишние. Ну как лишние? Не, о, лишние. Какие нахер лишние-то? Что я говорю-то вообще? Ну, блин, ну как так? Ну почему? Ну, товарищи. Вы мои товарищи. Так, стопэ. Калаш у меня один сбитый. Давайте я, наверное, калаш оставлю ему. Ну а чё, а на кой хер мне этот калаш нужен? То он все равно сбитый. Вот так вот лучше я заберу. Во. Вообще четко. Можно еще вот за место двух топоров что-нибудь взять. Это будет классно. Я вот только не помню, что вот в этих двух сундуках. Правда, друзья, я не помню. Я смотрел внимательно, но я не помню нифига. Давайте ломаем вот этот сундук. Ой, говна кусок тут. Вот так вот. Все, понятно. Этот я даже ломать не буду. Я просто забыл, что в этих сундуках находится. Вот и все. Правда забыл. Смотреть смотрел, но я забыл.
Сколько там у нас остается-то? Хватит нам еще на один сундук. Да, хватает на еще на один сундук. Вай, ёпти-мапти, да чё так много-то здесь? Вы посмотрите, фишки, флешки. Вот два ключа я бы забрал бы. Правда, два ключа мне надо забрать. Это все-таки хорошие ключики. Давайте я, наверное, топорики выкину. Так, 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 так. Вот это я тоже выкину, как бы. Ну, на кой черт это мне надо? Правильно ведь, правильно. Уголь я могу и сам неплохо наделать. Лучше я, наверное, все-таки аптечек наберу себе. Аптечки — это бомба. Вот так вот. Даже, блин, ну... с телефонов у нас, по идее, электроника выпадает. Так что телефоны я, наверное, все-таки оставлю. Но какой черт, я не буду, не хочу их выкидывать. Знаю, что аптечка — это классная вещь. Но не могу я... друзья, выкинуть, конечно же, телефоны. На этом я, наверное, не буду здесь больше морочиться, не буду тормозить. База очень классная, правда, база классная. Вон у товарища уже вездеход, наверное, стоит готовый. А, ну нихера себе готовый. Ну как я сказать вам, готовый? Готовый то, что вот эти колесики найдены, все. А, чё так мало? А где у него вообще чоппер? А, вон чоппер-то, ёпти-мапти. Ой, так у него только не хватает руля и бака. Ладно, надеюсь, в ближайшем будущем он это себе сделает. Я побежал домой. Бибосио, Бибосио, название нашего было рейда. Бибосио, ёпти-мапти. Запутался в слове. Надеюсь, он ко мне, конечно же, придет. Я буду надеяться, чтобы он меня зарейдил. Друзья, вы плохо ставите лайки, вот меня и перестали лейдить. Ё-моё, в словах запутался. Рейд удался, блин, бомбический, просто бомбический рейд. Где наши товарищи? Товарищи, вы такие рейды мне стали давать. Это вообще прелесть. Давайте берем ключики, засунь эту долю. Понял, не дурак. А эту? А чё вы возьмёте-то? Неплохой навар. Товарищ, ты не охренел? Ну как так-то? Ну слушай, ну давай это не будем заедать. А ты чё, мужик, ты чё, офигел? Офигеть, ты чё, хочешь целый стак, что ли? Ёпти-мапти, уай. Товарищ, иди ты нахер. Нет, целый стак я тебе не дам. Как бы ты ни хотел, целый стак я не хочу тебе отдавать. Правда, не хочу. Ча, друзья, мы с ним договоримся как-нибудь, ничего страшного. Двигатели я эти домой таскаю, пока я свой чоппер про это, ну как, улучшаю, ну увеличиваю. Ах, господи, короче, вы поняли. Уровень поднимаю. Только у меня уровень чоппера будет сделан. Я, конечно, таскать не перестану, но эти двигателя все я буду разбирать потом уже. Похавать мой товарищ хочет опять. Целый день хавает. Ё-моё, эти банки у него просто летят. Чё я сюда пришёл-то? Подожди, 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 подожди. Просто там был уголь. Может, уголька он возьмёт? А чё? Надо ведь как-то решать проблемы с этими рейдерами. Я не хочу им бомбический лутецкий отдавать. Давай вот это возьмёшь, похоже... О-о-о! А так? Может, так возьмёшь? Ясно, ясно, ясно. Ясно, товарищ, ясно, все с тобой ясно. За место тех, похоже на правду, я знал, что на тебя можно... А, что тебе можно доверять. Давайте я ему так отдам. У нас репутация тридцатник, поделиться по рукам, приятель. Друзья, рейд вот этот у меня вообще удался. Вы посмотрите, сколько огнестрела. Да, мой косяк, что я скис после взрыва. У меня что-то с управлением, короче, неладное было. И я просто отлетел, и не получилось мне вовремя убежать от этого взрыва. Самому стало обидно, правда обидно. Но а что поделаешь-то, я ж не могу ничего поделать. Что я делаю? Я ищу место нахрен. Да пипец, ты чё, вообще места нигде нету? Ёпти-мапти, нашел, да ладно. Неужели? Вот что мы унесли с этого рейда, посмотрите. 5 глоков, вообще... 5 глоков. Один модифицированный полностью большой магазин, климатор,
Глушитель, зеленый лазер. Большой магазин и коллиматор у меня это есть. Я могу и без этого делать. Глушитель. Я бы так хотел на свой глок найти глушитель. Это была бы бомба, наверное. На калаш. Барабанный магазин. Оптический прицел X4. Самодельный глушитель. И красный лазер. Ну, это калаш. Также модифицированный. А, это мой дробовик. Это мой дробовик, друзья. Косячок. Да, это мой дробовичок. Это целый дробовик. И у нас М16, ручка и зеленый лазер. Ручка у меня есть, а зеленый лазер я, по-моему, могу на калашик только делать. Вот такой, друзья мои, у меня прошел рейд. Давайте на этом я буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякивайте колокольчики. И на сегодня всем пока-пока.